Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Вчера мы вместе с вами совместно покупали компедиум. Я поднял до 10 уровня, и в итоге у меня есть 2 сундука, новых сундука. То есть первый там, по-моему, дается за первый уровень, а второй за 10. Давайте посмотрим, что же за новый сундук, что там есть внутри. А я вам скажу, великолепный сундук. Он что-то мне напоминает сундук, который был на DAC 2015, Азия Чемпионшип. Там тоже были такие красивые предметы. Здесь то же самое, очень красивые предметы, прям все на 5 с плюсом. Вы видите это, да? И все имеют такой эффект, эффект горения, такой эффект яркости. Но это доминатор. Кстати, я не сразу понял, что это доминатор, с виду не скажешь. Мне почему-то кажется, что похоже на Маднес, да? Вспомните маску Маднес на эту, на Дроф Рейнджер. Вот у нее такая же есть маска, я по-моему, так же выглядит, но она называется там Mask of Madness. А здесь почему-то, ну это почему-то доминатор, ну ладно, очень красиво выглядит, очень. Реально какой-то Супермен, вот Супермен просто летает такой, биу! Потом далее у нас идет щиток на Луну, тоже очень красивый. Опять, видите, с эффектом. С эффектом. Вот реально эффект Луны. Потом у нас идет оружие на Магнуса. Очень красивый молот. Реально потрясный молот. Тоже, видите, сверкает. Очень красивый. Немного нужно для счастья. Но чтобы просто сверкало. Все очень просто. Делайте все предметы, чтобы они сверкали. Очень красивый молот. Ах, прям не могу налюбоваться. Ну, это так себе. Это у нас Варт на Пугну. Не знаю, что-то я вообще никакого смысла в нем не вижу. Далее у нас идет шлем на Скорпиона, тоже красиво, видите, тоже горит. Жалко, что здесь не видно, как это выглядит сверху. И у нас идет шлем на Баратрума, на Бару. Очень красивый шлем. Как он называется? А, нет, я думаю, типа тоже такое название предмета будет популярного. Тоже красивый шлем, видите, горят глаза. И есть очень редкие предметы. Это у нас получается сет на сталкера. Красивый, кстати, сетик. Смотрите, видите, синие такие огонечки. Но опять же, это для фанатов сталкера. Я очень редко его вижу в играх. Просто невероятно редко. И щиток на Луну, но уже золотой. Он такой, цвет золота, огненный. Я скажу сразу, эти предметы, они будут стоить более-менее дорого. То есть есть смысл распаковать этот сундук и потом продать какой-нибудь предмет. Их можно будет продать 1 сентября. То есть, если сейчас я открою сундук, я смогу продать уже 1 сентября. Само собой, это будет подороже у нас предмет, какой-то дешевле. Я не могу сказать, да, какой я предмет жду. Честно, этими героями я играю меньше всего. И мне поэтому без разницы, какой выпадет предмет. Вообще без разницы. В любом случае, я буду эти предметы или разыгрывать, или потом продам. Скорее всего, мы разыграем вместе с вами. Ну, давайте, у нас 2 сундука. Поехали. Открыть сейчас. О-та-та-та! А, нет, нету, да? А где же заставочка, это там, тайминг, интрига, нет? Ну, ладно. Вот, шлем Скорпиона. Ну, например, опять же, если выбирать из этих героев, само собой, я больше играю за Скорпиона, за Баратрума, Магнуса, Пугну мне не нравится, Луна тоже очень редко. Ну вот, как раз 3 героя. Скорпион, Баратрум и Магнус. Есть у нас... Скажу честно, вот по моему предпочтению, я не хочу, чтобы выпадал Вард на Пугну, честно. Я считаю, это вообще полное дерьмище. Но если он выпадет, ну, подарю вам. Ой. Разыграю, и он достанется кому-нибудь из вас. Это бы так смешно, бы так забавно. Ладно, поехали дальше. Открыть сейчас. Интрига. 3, 2. А, все, да? Что-то как-то быстро. А, выпало оружие на Магнуса. Да, я нахвалил. Оружие очень красиво выглядит. Нереально красиво. Такой молот. Давай, знаете, что я сделаю? Давайте я покажу, как это выглядит в игре.
Ну все, я создал лобби, смотрите, вот наш скорпион. Выбрал маску на него. Выбираем героя. О, ну, во-первых, это портрет у него очень красивый. Посмотрите на это. Напоминает Дума. Вот честно напоминает Дума. Если так посмотреть, то вид сверху как-то не очень, да? Не видно, что у него вообще где-то маска, очень мало элементов. И она вообще как будто не горит. Кстати, еще хотел вам напомнить. Все эти предметы... Так, сейчас, секундочку. Что я делаю? А. Все эти предметы, они, по идее, должны менять ваши способности. Да, видите, она меняет. Первый скилл меняется, смотрите теперь. Во-первых, меняется иконка. Во-вторых, анимация должна меняться. О, господи, это уже мне нравится. Ой. Вот это мне уже понравилось. Еще раз. Кстати, заметьте, у меня курсоры от нового компедиума. Сегодня тоже мне выпали. Очень красиво. Вот анимация первого скилла просто потрясная. Просто шедевр игровой индустрии. Иисус, спасибо тебе за то, что я это увидел. Очень красиво, реально очень красиво. И теперь Магнус. Вот он наш Магнус. Я выбрал на него новое оружие. Выбираем героя. Так, ну здесь уже да, просто великолепно смотрится. Если маска на Скорпиона еле заметна была, да, и эффект еле заметен, то молот просто великолепен, очень красиво, посмотрите на это. Опять же, давайте мы сейчас сделаем так, и посмотрим, какой скилл он меняет. Тоже первый скилл. Скорее всего, изменится анимация самого этого удара, молнии, или как называть это, смотрите. О, ну да, красиво. Мало того, что красивый молот сам по себе, так что анимация очень красивая. Смотрите на это. Необычная анимация. Он как-то так рывками прям идет. Пу-у-у, очень красиво. Жалко, что я не могу посмотреть остальных героев. Для этого мне нужно будет всех открыть. Но я думаю, вы сами сможете. Самое главное, что вы теперь будете знать. Меняется анимация тоже. Интересно, а вард на пугну тоже что-то меняет? Хм. Короче говоря, еще раз говорю, компедиум шедевр. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.